фильм «Штрафной удар». Я его помню потому, что я там играл гимнаста, специальность которого конь и перекладина, а там Пуговкин дядь Мишина снимался. Он все перепутал и решил, что я на коне через перекладину должен сигать. И вот меня впервые в жизни по этому фильму сажают на лошадь. Для того, чтобы сделать вид, что я не умею ездить на лошади, я тренировался полгода на манеже в Москве под руководством тренеров и даже сам выполнял трюки. А именно, когда лошадь шла на препятствие, я делал сальто назад, это я делал сам. Вообще, я вам должен сказать, что нам, актерам, запрещают делать трюки. Потому что, ну, вот Урбанский ведь погиб, когда он выполнял трюк, прыжок с бархана на бархан в песках, на автомобиле. Вот. И с тех пор неохотно разрешают самим актерам делать, выполнять трюки. Стойте! Извините, ошибся лошадью. Подсовывают сумасшедших лошадей, а еще требуют хороших результатов. Вот, например, в фильме «Служили два товарища», в котором я снимался в роли Брусенцова, белого поручика, я должен был, там вот мой герой, он стреляется и падает вниз с борта корабля. Ну вот, я очень хотел, чтобы это самому мне разрешили делать. И долго я просил, режиссер говорит, ну нет, Володь, нельзя, мне попадет. Но потом сказал, ладно, принесите ему спирт растираться и сухую одежду. И пускай сделаем несколько дублей, пристал. И вот мне принесли спирт, сухую одежду. Я, значит, один раз упал, меня растерли, переодели. Я упал, растерли, переодели, упал, растерли. Потом говорю, еще хочу море по колено. Так что... Вот. В некоторые эпизоды, так что после неприятностей и риска сразу подбадривают. Через поры проходят, думаю.